Мы проводим эту конференцию уже пятый раз, с периодичностью раз в два года. В свое время мы были ее инициаторами, и под эгидой нашего института, Российского научного центра хирургии, мы проводим ее вот уже пятый раз. Здесь прекрасные условия, здесь созданы все кондиции для проведения индустриальной выставки, работы в параллельных залах, что, конечно, повышает интерес к самому мероприятию. И, как вы видели, аудитория была достаточно крупной. Сегодня, пройдя большой путь организации этих конференций, мы пришли к выводу, что лучше, когда этим занимаются профессионалы. И вот в лице СТО Events сегодня мы имеем в организации этого мероприятия надежного партнера, который осуществил большой объем работ. И у нас все, слава богу, идет без сбоев. Профессионализм, он чувствуется с самого начала сотрудничества, начиная от оформления сайта и подачи информации, заканчивая организацией выставки. Доброжелательная встреча на ресепшн, бейджи, застроенная выставка, информация для врачей, информация для участников, документация, которая подготовлена вовремя. Я хочу сказать, что с большим комфортом мы сотрудничаем и надеюсь, что мы будем сотрудничать в будущем. Нас встретили сотрудники, нам показали, куда пройти, наш стенд был готов, стояла мебель на стенде, все быстро, аккуратно и красиво. У меня было ощущение, что я нахожусь немножко в другой стране, поскольку уровень организации, умение сочетать весь, так сказать, накопленный опыт и это реализовать в одном конгрессе, как-то уж очень удачно нам всем удалось. Потому что здесь гармонично сочеталась высокая организация и совершенно неповторимый российский прием.